Мы сегодня собрались здесь, в Таврическом саду, у памятника пионерам-героям 19 мая, в эту праздничную дату, когда в далеком 1922 году на второй всероссийской конференции комсомола была создана пионерская организация. Множество отрядов появились в городах, в Ленинграде, в Москве, в Сибири, на Дальнем Востоке. В прошлом году музей-заповедник Ялтова, и мы смогли в Ленинграде воссоздать пионерскую организацию. Появился первый отряд. Сегодня мы продолжаем вот эту работу по воссозданию пионерского движения. Сегодня наша организация пополнится новыми, молодыми, я надеюсь, очень активными ребятами и девчатами. Здравствуйте, наши будущие пионеры! От имени Коммунистической партии Российской Федерации, от имени Ленинского комсомола я поздравляю вас с Днем пионерской организации. И я очень рада, что сегодня нам удалось продолжить наши традиции и пополнить ряды пионерской организации. Вдвойне радостно, что это происходит сегодня на крейсере «Аврора». Поэтому, ребята, учитесь! Будьте достойны великого звания пионеров. И мы очень сильно надеемся, что вы будете достойной смены действующих комсомольцев, коммунистов. И вообще будете достойными людьми своей родины, Советского Союза. Но вы родились уже в России, поэтому чтите свою историю. Будьте достойными гражданами. Поздравляю вас от имени всех коммунистов и комсомольцев. С праздником! Клятва пионеров Советского Союза. Я, юный пионер Советского Союза, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю горячо любить свою советскую родину, жить, учиться и работать, отвечал великий Ленин, лучик коммунистической партии. Вступая в пионерскую организацию, обещаю любить свою родину. Дорожить ее историей. Культурой и природой. Обещаю выполнять пионерские заветы. Поэтому, дорогие ребята, я бы хотел вас поздравить тоже от имени и от своего имени, и от взрослых людей, хотя, я думаю, еще многие выступят сегодня, если у вас будет время и желание, и скажут вам много другое слово. Вы такие молодые, все красивые, хорошие. Я желаю вам здоровья, счастья, добра, и чтобы вы все-таки сегодня, приняв вот эту клятву пионерскую, чтобы ее выполняли, тогда из вас получатся замечательные люди, которые нужны сегодня очень нашей родине.